Всем привет! Сегодня 30 декабря. Завтра будет самый важный, самый большой праздник в году в России. В России самый важный праздник – это Новый год. В Англии самый важный праздник – это Рождество. Рождество было 5 дней назад. В Англии уже прошел самый важный праздник в году, а в России этот праздник будет завтра. Все русские на Новый год готовят салат оливье. Оливье – это традиционное русское блюдо. В Англии этот салат называют русский салат. В России этот салат называется оливье. Сегодня я буду готовить салат оливье. Мы вместе будем готовить салат оливье. Начинаем! Это ингредиенты для салата оливье. Я беру яйца, горошек в банке, соль, огурцы в банке, майонез, морковка, картошка и колбаса. Я буду делать два варианта салата. Один с колбасой, другой без колбасы. Я не ем колбасу, я буду делать салат с колбасой для моего мужа и салат без колбасы для меня. Если у вас нет русской колбасы, то можно взять курицу или куриную грудку. Иногда салат оливье делают с курицей. Мне надо 4 яйца, 3 картошки, 2 морковки, горошек, 3 огурца, чуть-чуть соли, майонез и колбаса. Я начинаю готовить. Сначала я варю яйца, я варю картошку и я варю морковку. Я начинаю варить яйца, морковку и картошку. Яйца я буду варить 10 минут. Морковку я буду варить 15-20 минут. И картошку я буду варить тоже 15-20 минут. Итак, включаю огонь, плиту. И начинаем варить. Яйца готовы, морковка тоже готова. Я отварила яйца и морковку. Картошка еще варится. Картошку надо варить чуть-чуть дольше, больше времени. Сейчас я буду резать все ингредиенты в салат. Я буду резать яйца, я буду резать морковку. Я буду резать огурцы. И когда картошка будет готова, я буду резать картошку тоже. У меня в тарелке яйца, морковка и картошка. Я порезала яйца, морковку и картошку. Сейчас я буду резать огурцы и отдельно колбасу. Потом я добавлю соль, горошек и майонез. Thank you.
Салат почти готов. Я порезала мелко огурцы, картошку, морковку и яйца. Мне надо добавить колбасу, горошек, соль и майонез. Сейчас я помешаю все и положу половину в другую тарелку. Это будет вегетарианский вариант, а это будет салат с колбасой. Не вегетарианский вариант. Наш салат готов. У меня получился салат оливье с колбасой для моего мужа и салат оливье без колбасы, вегетарианский, для меня. Приятного аппетита!